Депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева окончила Тобольскую школу номер 1 в 1956 году с серебряной медалью. Это образовательное учреждение открыли в городе 170 лет назад. Его основали декабристы Муравьев, Свистунов и Фанвизин. Со временем заведение реформировали в Мариинскую гимназию. Но богатая история школы всегда обязывала выпускников быть первыми. И когда нас выпускали из школы, то Александр Васильевич Соловьев, который в то время был директором, вручил нам, медалистам, поручательство. Коллектив школы поручается за меня, что никогда не подведу школу, что я всегда был настоящим человеком, достойным нашей страны. В числе выпускников школы – ученые, врачи, педагоги, герои Советского Союза. Их истории и историю самой школы бережно хранит, возглавляя местный музей, Надежда Крюкова. И одной из первых Тамара Казанцева вручила памятные медали в честь столетия СССР и пионерской организации. Я искренне прошу сохранять эти традиции и впредь воспитывать настоящих патриотов. Депутат Тамара Казанцева 11-й год в Тюменской областной думе, возглавляет фракцию КПРФ. В ней работают и двое избранников от Тобольска, столько же от Ханты-Мансийского округа. Депутаты всегда помогают школе. Все депутаты складываются, и в результате мы даем большую сумму денег. Станция туристов, на нее мы очень много выделяли денег. Я как депутат, сначала им автобус купили, потом, значит, позже Юхневич стал депутатом. Мы с ним дополнительное оборудование, снаряжение приобрели. Спортивная школа номер один практически пользуется преференциями. Школа номер один попросила на оборудование музея. В январе месяце средства тоже будут выделены. Следующее выездное заседание Тюменской областной думы в Тобольске состоится уже в конце ноября. Мария Рянина, Татьяна Воротилова, Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.